как ты вылез? Что-то то ли срывает, не пойму его. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Вот нормально. Раз, два. Вот можно клавишу чуть прибрать, да, в прострел. И чуть длиннее тень. Чего? Раз, вы мне это, с Лёхой поиграйте вдвоём. Настроили? На борьбу? Ну да, да. Не, ну что, сегодня жаркий день должен быть. Ну посмотрим. Вскрытие покажет, а что больной помер. Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия. Да? Як, руби сейчас будет. А, не забудь в эту сторону меня дернуть. Ну что же я хотел сделать? Валер, тут не на нас ведь. Исключительно на вас. Как добро пожаловать и посторонний вход. Причем помнишь, он такой. Доставить. Пока. We'll be right back.
Все. Гуляем. Чисто, конечно, немножко все-таки волнительно было. Немного так все, конечек мы под... Что-то как бы, да, что-то такое было. Зато клево было, да? Клево, душевно. Ништяк, лично. Отлично, все. Ну, круто. Шеф. Прям художник. Здорово. Шеф. Почему один? Почему один? А с кем должен быть? Как, с кем? С кем? А я его не слышу. Ешьте, упади туда. Я постараюсь. Что, фонари, офигенную вещь выбирать. Да, кстати, кто нахуй слышит? Подарок? Реквием опять. Помечтай. Ленок, ты давай завязывай такие. Да, Ленок, ты еще похороночку. Ты что-нибудь праздник? Она вчера подушку. А любви, как у пташки крылья. Что за настроение? Любви, как у пташки крылья. Вот это другое. А тут что-то реквием какой-то затеял. Да, Илья? Алексей, как же так? Объясни нам вот это. Что? Как ты так задержал? Все, едем. Не можешь такого быть. Если можно, по пути за батарейками. Факт наличия меня в автобусе в 10 минут. Слушай, Ленося, надо было мне Захарова попросить. Ой, Ленося. Я могу сказать, за два дня помыл голову. Три дня в бане спустился заранее в автобус. Давай я скину тебе сколько. Привет. Привет. Здравствуйте. Вячеслав. Ребята, дайте, пожалуйста. Моя футболка прошлого года, помнишь? Я у тебя все спрашиваю, что делать. Куда идем? Налево, налево, налево. За машину налево. Славка, что это за штука? Это просто офигительная штука. Это новая. Это все маки обшкурят. Все, если что, то он звонит. А это он сейчас карту, да, твою? Это специальное устройство для выпуска альбома, да? Это записать альбом, да? Сразу большая, нажимаешь. И там Плотников, Май Плотников, он по Wi-Fi сразу сводит все это. Сводит, да. Все, потом, короче, записано. Здесь кнопку нажимаешь, Бонис рисует дизайн. Да, 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 да. Прямо на этом экране все видно. Да, все видно, да, то есть сразу. Он превращается 32 канала, экран, тут аналоговый пульт внутри. Аналог. Вот так. 24 у меня... Мы почти готовы. Почти. Ну что, мы находимся сейчас на площадке в клубе А2. Сегодня у нас, кстати, здесь концерт в 8 вечера. Вот, я могу сказать, что у нас офигительное настроение, у всех очень хорошее. Все в полном позитиве. Вот, и вот мы здесь настраиваемся, все очень нравится, звук классный. В общем, я думаю, мы сегодня ломанем по полной. Так что, ребята, давайте. Yeah.
А сколько 300 времени? А во сколько читаем? 5. Через 4 минуты. 4. Я понял. Главное не забыть сказать, быть или не быть. Да, быть или не быть. Thank you.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как впечатление? Отличный концерт. Мы готовим такое мега-шоу. С Кристиной Агилерой. Это мимо. Как зайду, стесняюсь выйти. Я интервью брал тут у Жени. Женя. Так возьми дядя Валера тебе интервью. Да? Алексей. Вам понравился концерт? Концерт? Какой концерт? Я ведь майор. Не знаю, ну, какой-то концерт был, да? Был концерт? Был, да. Ты там играл на бас-гитаре. А где я? Все, как понятно. Давай, подержи. А концерт удался. Замечательный концерт. В Питере, да. Он их тебя игнорирует. Я заметил. О! Зернышко к зернышку, кирпичик к кирпичику. И штора упала. И штора вовремя упала, да? Самое главное. Я говорю, расскажите мне про концерт. Честно говоря, не просто дается успех. Можно сказать, война в Крыму, все в дыму, ничего не видно. Ну, сложнее было, да, со звуком было сложнее. Здесь все-таки больше объема, много летает, и очень трудно себя контролировать. Порой иногда бывают некоторые заскоки. Вот, а так, в принципе, все нормально. То есть, что касается питерских поклонников наших, ну, просто глубокий и низкий поклон. На самом деле, супер. Вот у нас как бы свои там проблемы со звуком. Все было хорошо? Нет, супер. Но так дело больше не поешь. Это да, логично. Сейчас я все соберу. Да-да-да. А что стартом-то будем делать? Питер, это круто. Ну, желаю, чтобы все. Собой возьмите. И он тоже. Да? Лекции с Карчевичем раздельно. Кому? А? Якову. Вот прям вот... Посмотреть бы развод я мостов, помню, да, дядя Валер? Вот у нас все время вот раз и выгоняют из города. Приехали в гостиницу, все супер. Раз. Романтика. Вторая смена. Если бы ты видел, что у меня здесь. Чего то поехал бы вот с вами сейчас в Москву. У меня там мандарины, булочки, йогурты. Охренеть можно. Раньше еще возили с собой. И это. А теперь что? Да? Йогурты, булочки, сырок, мандаринчик. А, я с собой в туры. Спасибо Питеру. Сегодня звук классный, мне в НР все понравилось.